с помощью вот этого аппарата, который, вероятно, находится на Марсе, ученые обнаружили, услышали марсосотрясение непонятной природы. И вот я сейчас вам вот этот вот аппарат, сейчас вот тут вот, значит, вот в этом месте было небольшой такой звук, а вот в этом был явно взрыв. Вот такой вот. Я дам ссылку, послушайте. Вот. Понимаете, вот так вот это было. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. Дам ссылку, посмотрите, сами послушаете. Что это нам дает, я не знаю.